Хотим показать, какая у нас морковь получилась в этом году на одной экспериментальной грядке. В общем, я эту грядку называю помойкой, потому что осенью мы туда складываем овощные объедки, очистки и все прочее, и потом под снегом это все перепревает. Весной я эту грядку не копала, просто сделала бороздку, посеяла морковь. В общем, что получилось. Ну, эту морковку я подкопнула, под эту я тоже думала, что мне лопатки хватит. В общем, она у меня обломилась, мне не хватило лопатки. Вот такая вот морковка. Так что вот, я теперь постоянно буду сажать на помойке морковку. Держили. Расстояние, это размер, как его показать, сколько она размером? Сравнить. Не знаю. 30 сантиметров, да, Сереж? Да, наверное, да. Даже больше. Больше, наверное. В общем, вот, мутант. Никаких удобрений, ничего я туда не ложила. Абсолютно. Просто между, пока она еще была маленькая, между бороздками с морковью, я также бросала туда чешую от лука. И что мы еще туда кидали? Яичную скорлупу кидали. Все очистки, короче. И вот очистки, да, то, что мы ели, вот дети яблоки ели. В общем, вот такое все растительное. В общем, вот такая морковка. Кожура от бананов. Да, 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 кожура от бананов. Что там, Снежана стоит. Прихожу, она у меня даже не расчесанная, целый день сегодня ходит. Вот так.